Привет! А это снова мы. Привет! Решили показать вам прошлые видео прошлых лет, по-моему, 17-го, что ли, года или 16-го. 17-го. 17-го года. Экстремальное видео завалялось в коллекции, решили вот смонтировать ролик и выложить. А заодно прочувствовать еще раз эти эмоции во время монтажа. Приятного просмотра! Я тоже видео хочу, ну правда, для поздравлений. Хорошо, передо мной вставай, ровно на меня всем телом. Там одевали, не сделают. Просто пока лезешь, все сбивается. У тебя вес культура, может быть больно. Держи. Видео напомнишь, когда будешь вылазить. Okay. Мне смс-ка пришла. Да, сыпать. Дыхнул мне рыбью палку в рот, а? Сутулься. Еще. Ни за что не хвататься. Значит так, вкратце. Стоишь по направлению доски на четвертый дом. На ним на 45 градусов наверх, ровно над домом, рисуешь турник воображения. Грудью вперед, на него запрыгиваешь. Вот. Держишься, как только отпрыгнул, спинку прогнул, носочки тянешь. Вот, самая нижняя часть у тебя без бедра получается. Угу. В полете. Вот. Карабин ни в коем случае не трогаешь, узнай ни в коем случае не трогаешь. Ты не готов? Да. А, ты же ранен там уже все. Левую ногу на нижнюю перилу. Снимешь? Так. Так, на четвертый дом всем телом. Уйди за голову. Вот. Подбородок тянет турником. 5, 4, ready, set, go! Go! Что готово. Сейчас проверим. Левую ногу сюда. А я правильно прыгнула? Да? Только не в ту сторону. Куда? Нет, ты туда прыгнула. Да, надо было туда? Да. Вон дом. Я вон. Вон он. Давай, там же будем сами. Так, это сюда, а это сюда, да? Ну да, логично. Первый раз? Да. Да? Я знаю. Так, сейчас я найду точку. Вот, выпрямиться-то еще. Тяжесть такая. На точке свисаю. На четвертый дом. Всем телом и ногами, да? Так. Раз, два, три, четыре. А где турник? Вон турник. То есть, короче, вот туда. Да. Так, руки все, вниз. Я, ой, я, руки. Я чувствую, что я тебя держу, да? Нет, не чувствую. Вот, перечувствую. Вот. Так, руки. Давай, 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 типа, себе придерживай тебя. Лопаточки свела, давай, грудь вперед. А прыгать вверх получается, да? А? Прыгать получается изначально вверх или просто шагнуть вперед? На турник, на 45 градусов. А, все, понял. Ой, вот. Мамочки мои родные. Подбородочек тяни турником. 5, 4, ready, set, go! Thank you.
проще долезать. Ну, ничего не качается. Ползу. Нет. На башню как-то было проще забраться. Не очень. Жаль. Никто не соглашается. Я всем предлагаю, никто не хочет. Там сейчас девушка поднимется, я уговорю. А меня не снимете? Да, я же сказал вам, привет. Ты, видимо, не слышишь ничего. Гнили в ушах, застрял у тебя. Я работаю. Знаешь, как зовут тебя? Семен. Прыгал здесь? Нет, здесь нет. А где прыгал? Там, где башня. Сухая, как я понял. Да, да. Ручки весь полет держишь наверху так же. Угу. Разбегаешься по команде 5-4, это 2-3 шага. Угу. И края максимально далеко выходишь вперед. Готов? Да. 5, 4, ready, set, go!